Здравствуйте, дамы и господа! И да, сегодня мы с вами отправляемся брать интервью у самого мистера Протона. Так давайте без лишних слов отправимся вперед! Эх... где это я? О, здравствуйте. Приветствую. Извините, сэр. Атом водорода 4364. О, кажется, это вы, Электрон? Мы знакомы? Да, мой коллега 4362 говорил о вас. И что он давал вам рекомендации? Ах да, точно, да, и это очень даже мне помогло. Сейчас вот я работаю в электрон-лаборатории. Как интересно. Итак, чем я могу быть полезен? Я искал мистера Протона. Мне нужно взять у него интервью. Вы вполне можете побеседовать с моим Протоном, только прошу быть поосторожнее на электронных орбиталях. Я не хочу, чтобы мой электрон покинул меня. Хорошо. Я учту это. Огромное спасибо.